Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание дня, взгляд в будущее. Ну, давай взглянем. У профессора мозговая атака есть мозговитая шапка, которая наделит его еще большим количеством способностей. Одолеть его при помощи стратегической колоды ореха в доспехах, тыква в орешнике. Значит, я буду играть за орех. А профессор мозговая атака будет, значит, блин, тут набирать себе карты. Хорошо, блин, устроились. Здоровски просто. Да. Ну и что ты вылез? Чудило огородное. Думаешь, управа на тебя не найдется? Найдется. На. Получил свое. Опа. Алоэ вера, да, значит. Так, он сколько у нас наносит? При уничтожении наносит 3 единицы урона. А вдруг он его переместит, а? Я даже не знаю, что лучше сделать. Ну, давай так попробуем. Угу. Ну, это ничего страшного. Этот хламон меня нисколечко не пугает. Вот этот надо, чтобы он отдуплялся. Так, о. Опа. Так, сколько он дает? Одну карту мне, да? А 3 себе берет. Нет, все по чесночку. А если я так сделаю? Поехали. Как раз, ребята, этого хламона уничтожим. Все. Правда, у нас 16 хп, у него 17. Ну, да ничего страшного. У нас есть алоэ вера, которая может нам... Две алоэ веры у нас. Ай-яй-яй. Что ж ты вытворяешь, ирод ты несчастный, а? Рискнем, что ли, друзья? Ну, а это что? Выбора не так уж много. Будет бомбить. Ага. Ага. Ты гляди, что выпендривается, а? Ну, хмырёныш. Так, ребят, что-то вообще... Вообще делать даже нечего поставить. Ну ты серьезно, что ли? Ё-моё, он же мне скинет все. Он же пробивает, ребят. Вот это я тебе скажу, блин, вообще просто не фартануло. Естественно, он сейчас снимет с меня всю эту защиту. Что дальше делать? Ну вот вы, голубчики, и попались. В мясо их, правильно. Блин, мне нужно, знаешь, что? Мне нужно дождаться, чтобы алоэ вера вышла. Во. Сейчас, наверное, поставим. Кого мы поставим сейчас? Упс. Ну, если я сделаю вот так вот. К примеру, давай посмотрим. Шаманство. Вытягивает 2 карты. Пошел, 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 ребята. Добор, добор делать. Так, ну этого в минус. Понятно, блок не срабатывает. Ну что, будем отхиливаться? Ты завязывай давай, парень. Нахапал себе тут, понимаешь ли. Бонусную атаку еще делает. Так, ладно, у меня еще есть одно алоэ вера. Посмотрим, насколько у него там запала хватит. Так, 8. Достал ты со своими доборами уже, а?
Ну, почти фул хп, ребята, я восстановил себе. Так у меня сработает блок. Ничего мне не сработало. Он уже от безвыходности, уже не знает, что сделать. Да как бомбануть, что бы придумать. Так, есть еще тако. Этот меня нисколечко вообще не пугает, ребят. Блин, он же сейчас бомбанет. Совсем забыл про этого-то. А что бы нам тут сделать-то лучше? Ну давай крокодильчика поставим. Да ладно, картишки кончились, что ли, у тебя, парнишка, ты че? Ну так, нечестно. Ой, красота. Ой, ребята, красота-то какая, а? Вот так вот, да, значит, решил. Они крышечка ли? Нет, еще поживет чуть-чуть. Вытягивает еще две карты. Мне кажется, что здесь уже все, ребят. Его песенка просто-напросто спета. Ну, что он здесь может сделать? Я, например, не знаю, что он тут может сделать. Давай я вот так поставлю и вот так. Ну и до свидания тогда. Вот тебе и весь профессор. Мозговая атака. Как ребенок сдался мне. Так, отбросите карту, нанесите 20 урона заразительной сальцей и сыграйте 3 гаргантюа. Значит, заразительной сальцей нужно играть, да? А у меня на заразительной сальце только лишь одна колода. И то она у нас... Черт знает, на чем она у нас. Погоди, 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 погоди. Что у нас там из новенького? Ничего, мне показалось, что что-то вроде как новенькое было. Ну что, давай попробуем, ребят. 20 единиц урона нужно нанести нам заразительной сальце. Через один день, ребята, закончится сезон. Если кто играет и следит за этим делом. Так что приноровитесь, должны успеть. Пока ничего не буду делать. Появилось чудило с нижнего Тагила. Так, если я его выставлю, может быть, вот так вот сделать. Сейчас заодно посмотрим, есть ли у него солнечный удар. Нету. Солнечного удара у него не оказалось. Давай так сделаем. Хе-хе-хе. Правильно. А вот это вот неправильно. Вот это вот вообще, ребята, неправильно. Где мои все карты? Скажи-ка мне на милость, где мои все карты? Давай сделаем, наверное, вот так вот. Эх, посмотрим, что у него там есть в закромах. И подсолнух стоит. Окей. Так, у нас, надеюсь, на срабатывание. Да нет, у нас не будет никакого срабатывания. И подсолнух. Ну, ну вылупился у тебя подсолнух. Сделаем так и вот так. Могилоед есть у него, интересно, или нету? Две тыквы. Т
Тю-тю-тю-тю, наверное. Давай это уничтожим. У нас же должна сработать защита, по идее-то. Угу. Плохо, конечно, что подсолнух-то у него, ребят, сохранится. Вот чё беда-то. Ага. Сделаем так. И... вот так. Блин, хорошая карта, но я боюсь, я не успею ей воспользоваться. Так, 3 единицы урона, да? Поехали. Сработает защита? Хрен уж там. Не сработало, друзья мои. Ну что, ну не повезло. Если бы не вот эти вот 2 джека, конечно, совсем все по-другому было бы. А, нам нужно 20 единиц урона просто нанести. Давай, Сальца, давай, давай, напрягайся, я не знаю. Не повезло нам, конечно, с колодой. Ни танцоров, никто нам не выпал. Будем пробовать сейчас, может, кто-то выпадет нам. На самом деле, вот этот сейчас подсолнух, с которым я дрался, фуфлыжник был. Почему? Ну, я бы его размотал бы. Чуть-чуть бы по-другому выпали бы карты, и все. У него там ничего такого особенного не было. Вот сейчас посмотрим. Это случайно не тот же самый, нет? Нет, не тот же самый. Ну, даже вот хотя бы вот это уберем пока. Да трындец, блин. Ну, нафига вот сейчас гаргантюаха мне нужен? Ну вот, видишь, в чем беда, блин. Пипец, блин. Ну давай так вот попробуем, посмотрим. Он сейчас будет его бомбить, нет? Хе-хе-хе-хе-хе. На. Это повезло нам еще. Давай сюда вот поставим его. Банан. Грибы. Ты посмотри. Это не читерство ли, ребята? Он не встанет прям ни куда-нибудь, блин, вот сюда, а именно вот. Ну, тырок, а. Ну, банану. Забудь ты про банану. Банану он захотел. Будет тебе сейчас такая банана. На тебе, в лицо. Давай так сделаем. Роза. На куче навоза. Будем знать, что у него есть роза. Отличная карта, кстати, выпала. Пошел за руль восстанавливать, да? Ну, допустим. Что бы мне тут сделать, ребят? Я, наверное, вот этого уберу. И сделаю без проскока пока. Сейчас кого-то накажут. Угу.
Угу. Что же у него там есть? Угу. Я понял. Хилочки, да, значит, говоришь? Значит, говоришь, хилочки, да? Погнали. Окей. Ну, допустим. Давай, хилочки-то у тебя должны быть, подсолнушек. Вот, молодец. 15 хп. Красавчик. Так, срабатывает защита. Ну, что он там, терновый куст? Что у него еще есть? Минус 2, минус 2. Вот так вот он решил сделать. Этого мы, естественно, уберем. Не хватит чутка буквально, да, ребята, наказать его. Буквально чутка нам не хватит его наказать. Тогда сделаем вот так вот. И вот так. Кукуруза. Представляешь, у него, ребята, была кукуруза. Сделаем вот так вот. И вот так. Я не спорю, сработает защита, ребят. Кукуруз у него может быть несколько, кстати. Так что особо радоваться не стоит. Пока даже не знаю, ребят, пропущу ход. Одни кукурузы у тебя, да, парень, значит? 6,6, 12. Как тут сделать лучше? Сделаем так. Да и все, пока. А что я могу еще, ребят, здесь позволить себе? Ничего. Превращает. Ты серьезно? Ты серьезно? Ребят, ну это уже борзость. Это... А как ты это? Ты хочешь сказать, вот это вот случайно? Нет, ребята, это не случайно, поверь мне. Вот это не случайно. Заплатка и кабачок. Понимаешь, заплатка и кабачок вылезли у него сразу же. Сколько раз я не выставлял эту молекулярку, вот эту вот молекулярную, я не знаю, как ее назвать. Мне ни разу так не фартило, как ему. Ты понимаешь? Так, подожди, что у нас там за задание? А, Гаргантюа. Ты понимаешь,
насколько надо быть, ребята, нефартовым именно мне, чтобы вот так вот, как проказа. Я, конечно, в шоке. Вот что сейчас было сделано, это, ребята, извините, но просто... Это просто заговор. Я не знаю. Никто-нибудь, не какая-нибудь там, блин, извини меня, как мне обычно выпадает, там, росток какой-нибудь, да? Или еще что, или еще что-нибудь. Ему выпадает заплатка, что есть, не пробить меня нифига. И этот кабачок, блин, который просто-напросто превращает моего чувачка в одну... Один-один, короче. Одна атака, одна хп. Вообще в ничтожество. О, да. Возмущаться можно до посинения здесь, если честно. Так, ладно, мы переключаемся на розу. Это тоже еще та пакость. Аквариус. Аквариус 7. Ну, у меня тоже нету. Нечего мне ходить. У меня тут, блин, одни ландшафты. Просто, ребят, что такое? Вот это вот что такое? Кем играть? Да, трэш. Че, этого ставить на воду, что ли? Давай поставим. А вдруг он на хилах? Ну, что он там будет сейчас? Превращать в козла или что ты сейчас сделаешь? Он просто уничтожает. Ну, давай опять на воду поставим. Опять у тебя есть молоточек, что ли? Нет у него никакого молоточка. Че, превращать будем или как? Ты в кого-нибудь посолиднее не мог превратиться? Вот я не знаю, ребята, что у него там. Заморозка могил есть? У него есть, наверное, откидывание, да? Щелбаном. Размещает подсолнух. Что-то до боли, ребят, знакома эта фигня. Что-то до боли знакомое. Он хочет доборы. Он спрятаться. Спрятаться, короче. Давай так сделаю. И черт знает, кто у него там. Кого он сейчас поставит? Опять его? Ну, поехали. Слушай, а он что-то, ребят, не особо... Торопится, видать, у него там дофига карт на хилах. Что-то мне такое впечатление складывается. Кого-то сейчас превратит. Он же заклинашки не все же тратил, да? Он вообще не тратил заклинания. Он на воде уничтожил молоточком. Вот, видишь? Превращать случайного. Как тут лучше сделать-то? Срабатывает защита. Бинь. Так, что у него там? А ты попробуй билибеевский, да? Вот тебе, ребята, и билибеевский. 4 хп у него осталось. Давай так сделаем. Хорошенький. Хорошенький выпал. Давай, Роза. Есть чем подлечиться. Наверняка же есть. Видишь, жаба у него тут. Заморозка. Ну, ну и все. Больше у тебя вариантов нет, парень. Только отдупляться. Все. Ну что, мы сделали
Не, ну конечно, вот предыдущий бой мне просто, ребята, убил. Заплатка и... огурец этот, баклажан, кабачок, называй его как хочешь. Просто превратились. Чего, я не понял. Эй, три гаргантюа сыграть. Да как так-то? Ребят, ну как так-то? Три... подожди, что у нас тут за новая карта? Изменить. Ну, тут, конечно, гаргантюашек у меня что-то на абордаж прям, ребят, до одного места. Может быть, зря, конечно, так много взял я. А может быть, и не зря. А, была не была. Мне даже интересно сыграть. Видишь, у меня гаргантулоков мало. Всего две штуки. Нужно, ну, как бы, минимум четыре. Вот четыре гаргантулога, это да. Это будет нормально. Ну ладно, смотрим. Опять, блин, вспышка на солнце. Да что ж такое-то? Ну это вот убираем. Ну так вот пока. Эх, это, конечно, тут немножко не в тему. Пропускаем ход. Что он там поставит? О, даже как. У тебя грибная, что ли, это? Я даже пока не знаю, на чем он там хочет сыграть. Звезданет же, да? 100% звезданет. Посмотрим. Угу. Угу. Далеко ли ты собрался-то, парень? И лети отсюда, пташка. Челюсти. Бабкины. Фруктовый микс. На тебе. Замечательно, замечательно. Пока идет все вроде бы неплохо. Блин, трубочист, ну ты как-то вот не туда ты приземлился. Ну и чего ты там, подсолнух, задумался? Коварный план свой соображаешь? Ой, блин, ребята, мне это не нравится. Мне это не нравится, если честно. Что он может поставить? Шиш, его знает, что он там поставит. Глянем сейчас. О, какой у него план. Стебелечки, что ли, хочет? Он сейчас разбросает здесь свои эти мелкие, да? Блин, ребята, ландшафта. У меня нет ландшафта. Вот в чем беда. О, как повезло-то. Это ерунда. Че делаем-то? Этот там пускай стоит. Мне, в принципе, на него по барабану. О, он здесь, блин. Я думал, что он, ребята, здесь получит. Этот ландшафт нужно убирать как можно быстрее. Ты что, пупил, что ли, а? Я смотрю, парень вообще припух тут. В корень. Какого лешего? Росток на ростке, что ли, блин? Да я бы тогда не трогал бы его. Ладно, ребята. Страус.
Я надеюсь, тебе газонокосилки нету там никакой, блин. Сейчас он сюда кого-нибудь поставит. Ай, все, ребят. У него груша. Где ландшафты-то мои? У меня что, ландшафтов нет, что ли? Я не пойму, ребят. Да фига мне вот это твое безумие. Похоже, нет у меня тут ничего, ни ландшафтов, нифига, ребят. Если у меня сейчас опять кабачок, я сдаюсь. Вот это что такое, а? Как вот этого мне теперь бомбить? О, все. Трындец. Неужели у Гаргантюа нету, блин, ландшафта? Ну-ка, дай гляну. Один ландшафт и все, что ли? Понятно, ребят, это заведомо уже была проигрышная комбинация. С одним ландшафтом. Нет, это не вариант. Ну, не повезло, ничего я могу сделать. Ладно, друзья мои, ежедневки мы сегодня прошли с горем пополам, да, конечно. Трэш. Трэш, как меня сегодня наказали. Ну, ежедневки я прошел. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.